В Югре создадут национальный центр профессиональных компетенций для нефтяников. Это новый совместный проект для округа и ЮНЕСКО. О новом центре говорили на Всероссийской комиссии по делам ЮНЕСКО, где накануне работала губернатор Наталья Комарова. Югра станет опорным регионом международной организации, где будут внедрять непрерывное образование нефтяников. Специалисты смогут обмениваться опытом с коллегами со всего мира. Югра и ЮНЕСКО сотрудничают почти 20 лет. Несколько крупных мероприятий запланированы и в нынешнем году. В мае в Югре пройдет фестиваль «Финно-Угорская весна-2019». А в июне в Ханты-Мансийске состоится вторая международная конференция «Информация и коммуникации в цифровую эпоху». В августе гостей и жителей Югры ждет творческая школа заслуженного художника России югорчанина Геннадия Райшева.